электронное расписание уроков, фото и видео с конкурсов и олимпиад. Учитель информатики Ушарбайской средней школы Байыржан Соев за внедрение в школу современных информационных технологий занял первое место в краевом конкурсе молодых учителей. Байыржан Соев – выпускник Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета. Идея изменить инфраструктуру школы, используя все преимущества современной техники и интернета, пришла ему несколько лет назад. Главное, по словам педагога, исправить все достижения прогресса на пользу обучения и воспитания ребенка. У нас один верный путь – обеспечить безопасность и сохранность морального, физического, духовного здоровья наших детей, создав в школе такую информационную среду, чтобы это позволило перенести весь информационно зависимый мир школьника в рамки школы. Сегодня в школе 35 компьютеров, 10 кабинетов оснащены электронными досками. Скоро в Ушарбайской школе установят светодиодные табло, на которых можно будет размещать поздравления и другую информацию. Также будет работать школьное радио, планируется и собственный Wi-Fi.